Веселые старты и катание на пони, а еще много интересных и забавных конкурсов. Настоящий праздник устроили для особых детей тренеры спортивной школы отдела образования, а также сотрудники конной полиции. Хочется провести спортивные мероприятия на свежем воздухе в такой замечательный день, и вышли на них, и они с радостью откликнулись. Это у нас первый совместный проект. Вот, мы надеемся, мы так решили, что это у нас будет долгосрочный проект, они будут нам приходить постоянно. Командный дух, поддержка родителей и, конечно, азарт. Здесь все, что присуще настоящим соревнованиям. Воспитанники РИА-центра справляются с любым заданием, будь то эстафета или метание мяча в цель. Веселые старты превращаются в большой семейный праздник. Решили доставить детям радость, провести вот такой вот замечательный праздник. Судя по атмосфере, я думаю, праздник получился хорошим. В рамках акции воспитанники центра уже побывали на художественных чтениях в библиотеке. Теперь время активного отдыха. А впереди ребят ждут еще два благотворительных концерта от Центра творчества и детской школы искусств. Хотелось бы, чтобы это мероприятие почаще проводилось, хотя бы раз в месяц. Нам очень понравилось, очень весело. Организаторы надеются, что череда благотворительных мероприятий, которым дан успешный старт, продолжится и после официального завершения акции. В этом с ними согласны и дети, и родители. Елена Воробьева, Ренат Юмакаев. Время новостей.